Друзья, это ваш инструктор. Все внимание на него. Он будет показывать движение. Ну, а я буду в этом немножко помогать. Девчоночки, давайте поддержим наших мужиков. Аплодисменты, чтобы было не скучно. Все, в принципе, они уже получили свою долю. Начинаем. Итак, первое движение мужского фитнеса всем знакомое. Когда прибьешь полку? Естественно, жена спрашивает, когда прибьешь полку, а мы не знаем, когда мы прибьем полку. А что мы отвечаем, когда она говорит, поехали к маме? И поедем к маме. Вот так молодцы, напоминаем шейку. Тогда мама сама приехала. Уворачиваемся от поцелуев. Теща приехала, о боже! Отлично, увернулись от поцелуев. Пришли на него. Смотрим телевизор. Смотрим телевизор. Переключаем каналы. Что у нас по первому, что у нас по второму. А там у нас футбол. А что у нас в российской сборной? Надо учить их работать. Да как тебе нравится? Куда ты, Агеев? Куда ты мяч поем? Отлично, друзья, продолжаем. Пьем пивко, настоящий мужик должен уметь это делать. Итак, а завтра нам на работу. Как мы относимся к работе? Вот так мы относимся к работе. Отлично! Завтра не пойдем на работу. Отлично, мы выпили. Надо найти заначку. Ищем заначечку. Где мы прячем заначку? В носочке мы прячем заначку. Нашли заначку. И идем в клуб. Танцуем в клубе. Мы веселые, мы выпили пиво. Нашли заначку. Танцуем. Высматриваем девчонок. Высматриваем девчонок. Где девчонки? Девчонки. Отлично, высмотрели девчонки. Она немножко прикрыла. Прикрыла мужиков. Устали. Приходим домой, а там жена. Она на нас орет. А что мы делаем? Мы ищем задачечку. Что у нас еще осталось? И отдаем ей. Чтобы красивы были, потому что на самом деле мы заи. Какие мы заи. Вот такие хорошие заи. Всю задачку отдали. А завтра нам что? А завтра нам на работу! Поехали на работу! Поехали, поехали, поехали! Поехали. Молодцы! Закончили! Аплодисменты! 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 Классно! Красавцы! Хороши!